Я гражданин России, я работаю в Украине, я живу в километре от Майдана, и недавно меня навещала моя русская мама. Я гражданин России, мы нас спасать не просили. Я гражданин России, в Украине меня всегда любили. Я гражданка России, прежде чем спасать, меня бы спросили. Мы граждане России, и к нам здесь всегда хорошо относились. Пожалуйста, не надо нас спасать. Перестаньте нас спасать. Россия, ну я волнуюсь. Вот мой российский паспорт. Украине побываю. Паспорт почему не показывает? Я прошу прощения.